Дорогие соотечественники, сегодня в результате нашего мероприятия, акции солидарности, которая была проведена в парке имени Леона напротив администрации города Сухум, нами, собравшимися, было принято решение о принятии обращения к депутатам парламента Республики Абхазия. Группа наших делегатов с этим обращением зашла в парламент. В парламенте в результате долгих переговоров принято решение спикером о проведении чрезвычайной сессии парламента, на котором будет обсуждаться лишь один вопрос. Вопрос о принятии закона Республики Абхазия о моратории на продажу недвижимости иностранным гражданам и лицам без гражданства. Просьба ко всем, кому не безразлична судьба этого документа, а значит и судьбы Абхазии, прийти на площадь у здания парламента сегодня в 6 часов вечера, чтобы поддержать депутатов абхазского парламента.